Как известно, сбор урожая для аграриев – важнейший этап деятельности, который символизирует собой окончание трудового года. Необходимо отметить, что традиционно основная доля посевных площадей находится в четырех районах – Атикибийском, Каргалинском, Артукском и Хромтауском. На эти районы приходится порядка 80% всех обрабатываемых наделов. На сегодняшний день уже завершены работы по уборке зерновых, картофельных и овощных культур. Что касается зерна, то общие площади текущего года составили около 430 тысяч гектаров. По оперативным данным, было намолочено свыше 606 тысяч тонн. Средняя урожайность зерновых культур по области превысила 14 центнеров с гектара. Но хочу подчеркнуть, что в ряде районов были превышены среднеобластные показатели. В частности, урожайность в Мартукском районе составила 18 центнеров. В Каргалинском аграрии собрали более 16 центнеров. В Хромтауском районе 14,5 центнеров, а в областном центре около 16 центнеров с гектара. Картофель в регионе собрали с площади свыше 3,5 тысяч гектаров. Валовый сбор корнеплода составил около 62 тысяч тонн при урожайности более 170 центнеров. Овощные культуры минувшей весной посадили на площади чуть более 2,5 тысяч гектаров. Фермеры собрали сельскохозяйственную продукцию общим объемом свыше 43 тысяч тонн. Что касается урожайности, то показатель составил около 174 центнеров с гектара. Сейчас в регионе продолжается уборка масличных культур. Из-за особенностей вегетации подсолнечники другие виды убирают гораздо позже зерновых. Урожай масличных собрали на площади в 45,5 тысяч гектаров. Это 94%. Валовый сбор масла семян составляет 40 тысяч тонн, а урожайность более 8,5 центнеров. Немаловажный вопрос хранения полученного урожая. Так обеспечена готовность зернохранилищ и хлебоприемных предприятий. К слову, общая вместимость зернохранилищ по региону превышает 685 тысяч тонн, в том числе 381 тысяча тонн на хлебоприемных предприятиях. Сейчас на элеваторах хранится 175 тысяч тонн зерна. Загруженность предприятий составляет 46% от общей мощности. Из поступившей с нового урожая пшеницы более 82% относится к третьему классу, свыше 13% к четвертому классу, а 4,5% к пятому классу. Что касается ячменя, то 99,7% относится ко второму классу. В регионе имеется 15 зерносушилок, в частности 8 из них на хлебоприемных предприятиях и 7 в сельскохозяйственных структурах. Все они оснащены зерносушильными машинами на газовом и дизельном топливе. В целом ведется непрерывная работа по приемке зерна на элеваторах области. Важно подчеркнуть, что часть полученной сельхозпродукции отправляется на экспорт. В частности, наше зерно закупают Афганистан, Узбекистан, Иран, Таджикистан и Италия. Следует подчеркнуть, что для проведения уборочной кампании были выделены необходимые объемы дизельного топлива. Кроме того, мобилизовано достаточное количество сельскохозяйственной техники и агрегатов. На уборочных работах задействовали в общей сложности 1500 тракторов, около 700 зерноуборочных комбайнов, 800 тракторных прицепов и порядка 500 самосвалов. Всего на проведение осенней страды было выделено 7400 тонн дизельного топлива, что полностью покрыло необходимую потребность формирований. Отпускная цена за 1 литр ГСМ составляла 250 тенге. В целом для поддержки аграриев из местного бюджета на сферу растениеводства выделили 1 миллиард 400 миллионов тенге. Эти средства пошли на удешевление стоимости минеральных удобрений, пестицидов, а также на развитие семеноводства. Важно отметить, что под урожай будущего года план по семенам составляет 40,5 тысяч тонн. На сегодняшний день засыпано 34 тысячи тонн, что составляет 84% от потребностей. В основном это семена третьей репродукции, и работа в данном направлении продолжается. К слову, всего в общей сложности в сфере растениеводства по области задействовано свыше 500 сельскохозяйственных формирований. Николай Сырбов, Самат Каликенов, телеканал «Актобе».